В настоящий момент ситуация на море позволяет использовать катамараны и надувные матрасы. Однако спасатели предупреждают, море переменчиво и погода может в любой момент измениться. В этой ситуации туристам нужно быть внимательными, не игнорировать предупреждения. Если есть сомнения, то достоверную информацию можно получить у матросов-спасателей. Кроме того, внимательно относиться к предложениям со стороны прокатчиков. У меня большие претензии сейчас к тем лицам, которые предоставляют плавсредства, такие как катамараны, такие как, будем говорить, не совсем легитимные средства использования на воде. И здесь рекомендация одна. Прежде чем платить деньги, а это бизнес, я обыватель, я пришел на берег, увидел предоставление, причем массированное предоставление рекламы катамаранов, я обязан задать вопрос. Вот я не справился с управлением, у меня какая-то техническая заминка. Кто и как ко мне придет на помощь? Если вы не увидели прямого ответа, если вы не получили исчерпывающую информацию о том, кто и как вас спасет, значит, лучше отказаться от этого вида услуг.